Доброе утро, сыночек. Сынок смотрит погоду. Ну, такую-то погоду. Такую вот, да, погода. Да, другую я что-то стою, не так что-то. Да, другую ты не понимаешь, да? Где твоя кепочка, сынок? А я же не знаю, ищи там кепочки, ищи. Там нет. Неки? Да. Фонька уже бежит довольный в садик. Афоня? А меня-то подожди. Да? А. Я тебя заберу, конечно. Доброго утра всем. Начали уже наш рабочий день. Обязательно с завтрака. Сейчас у нас завтрак. Гришка выбрал, потому что у нас домашние яйца есть. Поэтому у нас там яичница, кофе с молоком, помидорки, сметанка, хлеб купила сейчас вот черный, свежий. И, в общем, будем завтракать. Сейчас Гриша тоже придет. Так, Гришуля докушивает и идет. Докушивает, доедает. И идет куда, сына? Учить уроки. Да. Ну, ничего. Я уже математику выучу. Математику уже, да. Что? Что у нас вообще сегодня? Это. Сегодня у нас уроки. Сказать, какие? Скажи. Математика, русский, чтение и этот. Физкультура брать. Угу, будет, да? Так, у меня здесь уже компот кизиловый сварился. Я его, как всегда, вот так вот в миске остужаю. Здесь у меня еще сварились куриные голени. И их сейчас будем доставать из кастрюли, процеживать бульон и готовить будем борщ. Григорий тут в Лего. Да, я построила. Ты что, у тебя такое за сафари-парк? Это дом, гля. Ля, дом какой. С камином? Ну, что ты такое сделал? С хлебом. Батончик. Батончик, да. Это краник научился делать. Вот краник. На улице, да? Ага. Ну, здорово. Так, сегодня у меня борщ с зажаркой, потому что мясо, конечно, совсем не домашнее, никакого жирка тут ничего не было, поэтому делаю поджарку для борща. Так, ну все, борщ готов. Теперь он здесь настаивается, женится, все. Будем обедать скоро. Да, пока. Все, Гриша пошел, пока. Я его довезла до магазина, он побежал в школу. Так, я пообедала. На обед у меня борщ. В общем, у всех был борщ. Родители тоже у нас обедали. Григория отвезла же в школу. Завезла Петрушку домой к родителям, чтобы Степа все поставил. И заехала еще, забрала молоко домашнее. И купила три. Здесь и крыло, и предплечье, и индейки. Вот это вот три штуки. 195 рублей за килограмм у нас. Так что стоит... Здесь такие три штучки, хочу завтра запечь. Еще, кстати, купила попробовать колбасу из индейки. Она такая а-ля краковская, очень даже неплохая, знаете. Мне понравилось. Так, вижу я здесь Петрушку, продолжаю. Петрушка, Петрушка, везде Петрушка. Это барашком Петрушка. Это вот здесь вот мои резиночки в судочке. Ножницы. И телефон. На всякий случай жду, когда Гришка позвонит. Нам ее не говорили забирать. Так, ну что, поехали на танцы, сынок. Все нормально, ничего не болит? Ну как тренировка, сынок? Все хорошо? А что там там Виолетта? Викуся к нам сейчас поедет, да? Будут гулять. Виолетта уже у нас с Гришей. Они пришли со школы и уже у нас дома. Они сами пришли. Мы далеко живем, мы аж на хуторе, далеко ехать. Мама, это дедушка наш далеко, дедушка Леша. Ну, дедушка Леша, конечно, еще дальше. Да. Пошлите, заходите. Лик, пойдем, переоденемся. Затем. Затем, чтобы звать. Ну, как вы тут? Все хорошо? Как были? Да? Дедушка разрешал? Ничего себе, мам, маленький!
Тут маленькие дети. Они меня, значит, когда-то избивали, а теперь вы говорите, что они маленькие, да? Григорий, аккуратно, там Афонечка, сынок. Так, ну только сейчас не надо начинать. Криш, я пойду кизил собирать, хорошо? Куда? Ну, кизил пойду. Урок сделай. Марсик, ты будешь нас провожать, Марсело? А, Марсело, помажь нам ручкой. Да. Скатертью дорога скажет. Точно. А я пока там пойду полежу со своим хозяином, да? Угу. Поехали. Гриш, ты едешь? Я, да. Поехали. Все, уже все спят. Антошка приболел, у него, походу, горло, потому что температура, горло красное, начинает подкашливать, говорит, да, что горло болит, но оно по нему и видно. Такая температура противная, 37,3, в общем. Ну, все равно дала ему Нурофен, потому что он хоть немного, но обезболивает. Ой. Григорий вот досмотрел фильм. Уже просто 11, уже хочется спать. Досмотрел фильм 8 каких-то там свиданий, последнюю часть с Верой Брежневой, которая по ТНТ. Вот мы вчера смотрели предыдущую и еще, то есть их 3, наверное, не знаю. Вот, так что, ну, такие, знаете, семейное неплохое кино. Их первый раз смотрели, ну, вот эту с Верой Брежневой уже смотрели, а те две еще... Ни разу, вот это вот был первый раз вчера и позавчера. Все, все спят. Мы уже когда приехали с карате, даже Афонька спал. Он когда с садика приходит, там такой режим активности, занятия, физкультура и вообще просто играть на улице с детьми. В общем, он достаточно рано ложится спать. Сам даже засыпает и сам говорит, я хочу спать, и идет просто спать. То есть не надо никаких истерик, криков на него, что уже пора ложиться. Вот, в общем, всем до завтра. Завтра рабочий день, все как всегда, никуда не нужно ехать, ни на карате, никуда. Так что мы завтра дома. Пока!